Всем здравствуйте! Сегодня покажем очень удобную опцию в программе OBD11. Когда мы прочитали ошибки, да, в данном случае мы видим, что у нас ошибочка, видим по ней данные, пробег, параметры. Мы можем, нажав на иконку конвертика и отправить, скинуть данные самому себе письмом сообщение. То есть не делать принтскрин, а получить полную информацию в текстовом виде. Как вот будет это выглядеть? Все, скинули. Ну, правда, удобно. То есть можно потом спокойно посмотреть. Также хочу обратить внимание, что есть возможность найти проблему данную, то есть данную ошибку именно в нашем автомобиле, Шкода Кодиака, как указано, через Google. То есть вот мы видим блок такой-то, ошибка такая-то, что нужно делать по ней. Как так? До свидания, до чего.